Сегодня расскажу про Джалину, которая сгибает ноги. Она очень красивая кукла. У нее сгибаются руки в разных положениях. Я вам потом расскажу, в каких положениях она сгибается. Для начала я хочу сказать про кофту. Здесь ее фирма и бабочка. И здесь у меня капюшоны под ее пучок. Правда, пучок я расплела и заплела ей вот такой хвостик. Это блондинка. И у нее... Тут юбка сразу виднеется из-под купальника, вот. Я просто сразу оделся, потом я раздеваюсь. И штанишки такие вот беленькие, и кроссовки такие, видите? Красивые кроссовочки. Так, сейчас мы ее разденем. Заняли пучка. Оп. Оп. Оп-оп-оп. Сейчас я ее раздену. Вот так. Беру. Ой. Отложу в сторону и сниму с нее кроссовки. Кроссовки довольно тяжело снимаются, я потом вам покажу. Так, снимаем штаны после кроссовок. Вот у нее ноги. Вот такие вот у нее кроссовки. У них, кстати, подошва еще узор читает. Здесь... Тяжело очень сгибается. Все. Отложим туфли в сторону. Теперь снимем с нее наконец-таки штаны. Они вот так аккуратненько. Вот. И укрепление. Все, в принципе. Как сказать? Вот, в принципе. И у нее еще мешочек тоже с бабочкой. И здесь я от туфлей ее, ну, старых, которые тоже шли в комплект, я отсоединила вот такие ленточки. Одну отдала моей подруге, а другую себе оставила. Так, вот здесь открывается. Вот все, кстати. И у нее такие вот монетки. Они одеваются ей и не слетают сапоги. Вот. Вот тут пришел даже каблук. Сейчас я покажу, какие движения она умеет делать. Во-первых, все знают, что она вращает головой. Дальше у нее сгибаются руки так-так. И здесь сгибаются в локтях. И так. Ручки. Ножки. Она умеет делать вот такой шпагат. Далее вот такой. Но она не до конца садится. Ножки сгибаются в коленях. И повороты ног в коленях. Ну, далее, что имеется? Имеются такие ноги, которые тоже имеют суставы. Такие как. Ну, около сустава есть изгибы. Далее, у нее эта нога поворачивается, а она умеет делать позицию. Вот такую вот позицию. Надеюсь, ее все знают. Вот. Поворачивается. Всех кукол только вот эта сама часть поворачивается. А у этой такая. Вот. Здесь у нее бабочка на сеточке, на юбке. И нитка такая вот, как бы, переходит к цветам. У нее макияж довольно легкий. У нее макияжа здесь нету, голубые глаза и губы. Это розового цвета, такого темноватого. Сейчас я вам расскажу, что имеется дальше. У нее там такие трусики с бантиком. Это само, ну, они не стеваются. Вот такие розовые. Здесь закрывается для купальника вот эта штучка. Вот. Здесь тоже так. Что же входило в комплект? Сейчас вы увидите. Комплект. Кому понравилось видео, поставьте пальцы вверх. А также подписывайтесь.
пишите комментарии. Всем пока-пока.